Всем привет, друзья! Вы на канале TNT Fox. Сегодня будем продолжать бомбить это болото. Смотрите, еще столько льда осталось. Очень толстый. Поэтому сегодня взял вот таких мощных петард. Вот. Есть очень много различной мощной пиротехники. Так что давайте будем начинать. Ребят, мелочевочку убираю в карман, чтобы не мокло. Вот. Так. И в коробочку остальные... Тоже пусть лежа пока. Так, есть у меня даже сегодня ракета, затестим. Обязательно, ребят. Так. Берем коробку. И погнали. Так, смотрите, бомбили лед. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Короче, все это бомбили. И там у нас целая куча. Короче, льда. Так, даже вот петарды не взрываются. Я их тоже оставляю. Пишите, что делать с петардами, которые не взрывались. Так. Наш топорик тут лежит. Давайте в сторону пока отойдем. Так, ложим здесь. Так, давайте, как и обещал, затестим вот таких приколюх различных. Во. Так, розочки. Это все я люблю. Так, берем мячики длинные. Так. Смотрите, есть у нас тут еще петарды, которые мы еще не тестили на льду. Смотрите. Различные Корсары 4. Клевые. Так, взяли несколько штук. Берем зажигалку и погнали. Так, есть у нас вот такие крутилки. Кстати, ребят, пока... Приехал сегодня, пока разлаживался. Слышу, кто-то петарды тоже взрывает. Уже сезон открыт, ребят. Напишите в комментарии, вы уже взрываете петарды? Так. Там просто есть поле недалеко. Вырубили деревья, короче. Я там, помню, раньше взрывал. Но там очень много расчистили деревьев, полностью все вырезали. Смотрите, была вот такая посадка, а теперь видите, там пустота. Короче, и там походу кто-то тоже взрывает. Я тоже там взрывал, но там какой-то звук не такой для петард, поэтому я там не люблю поле взрывать. Не очень слышно, как петарды взрываются, даже самые мощные. Вот. Так. Давайте розочку. Это у нас феерия. Корсар 4 дымный. Что-то не дымит. Дымный мячик упал. Вниз и не хочет дымить. 5. Есть. Так, давайте вот этот корник. Это у нас кометовская розочка, без ничего. Так, сейчас еще увеличу петарду. Так, есть. Давайте дальше. Так, розочка. Давайте крикенбол.
Видели, куда полетела? Так. Еще кракен был. Отлично. Что ж, пойдемте затестим ракету подо льдом. Так. Лишь бы не провалиться. ВР-2 от Фиери. Класс, кто хочет, чтобы я принес сюда чисто ракет повзрывать, напишите в комментарии. Так, дальше петарда. Вот такая испанка. Давайте ее затестим. Что-то затухло, ребят. Или нет? Просто не было бульбов, видно. Так, бангер вот такой. Есть. Вот этот бахнет хорошо. К-1000. Блин, тут уже воды полно. Так, давайте здесь. Капец, какая тут льдина большая. Блин, я не успел отбежать. Короче, не хватило сил ее туда забросить. Смотрите, как тут разнесло вверх. А теперь, думаю, можно установить. Так. Туда вот. Корсар 6. Вот такой Корсар 6. Так он лупанул. Так, поправим штатив. Так, берем... Дальше. Максим П-2000. Так, теперь будем аккуратнее тут. Погнали. Блин, всплыло. Блин, не люблю петарды, которые всплывают. Капец, оглушануло жестко. Еще штатив кривой какой-то. Так. Давайте проверим Зевс П-2000. Капец, не успел отбегать, мокрое. Все. Так. П-200. Разваливается. Так, берем дальше. FP3. Так, вот здесь, думаю, хороший лед. Погнали. Капец, даже динамит так не взрывается. Вот это мощная петарда. Давайте вот здесь попробуем. Краешку. Так. Не вижу, где здесь уже провалилось, а где еще нет. Говорится, сейчас увижу, когда провалюсь. Вот. Так, нащупал. FP3. Погнали. Нужно далеко убегать. Мощно взрывается. Так. Блин, бангер какой-то с тухлым фитилем.
Давайте попробуем его затестить. Должен вроде рвануть. Есть. П2000. И штатив разваливается. Так. Пошла на дно. Так, К-44 сейчас будет лютый взрыв. Нужно успеть отбежать. Так. Намацали фитиль. Давай, давай. Класс. Блин, ребят, напишите, кто бы из разгона разбежался и прыгнул вот эту глыбу льда. Смотрите, такая ледяная ванна плавает, все шевелится. Так, смотрите. Да, его. Так, Red Bull. Походу за ту. Пойдемте дальше, взорвем. Возьмем каких-то мощных петард. Так, берем так вот это. Давайте в этой серии бахнем динамит. И чтобы еще такого мощного забахать, давайте вот это и вот это. Погнали. Так, взрываем бангер. Супер бангер. Бенджер или как? Так. Погнали. Есть. На очереди Корсар 8. Галактика. Давайте в эту сторону будем бомбить. Чтобы туда вода не попадала. Надеюсь, не затухнет. Я заметил, такой быстро горящий фитиль там. А то я кастрюльку подрывал, тоже не успел отбегать. О. Так, на очереди супер банджи, фурор. О, пахнет тоже. Класс. Так, и настало время лупануть динамит. Вот такой динамит бум. Так, постараюсь его подальше толкнуть. Надеюсь, фитиль просто не затухнет. Погнали. Ух, сейчас бахнет. Прицелились? Смотрите, глыба отлетела. Что ж, ребята, поздравляю вот так петард. Смотрите, как мы тут набомбили все. Ставьте лайки, ребята, обязательно. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Подписывайтесь на второй канал, ссылка будет здесь, а также внизу в описании. Там тоже выпускаю видео со льдом. Классные, заходите, заценивайте. Каждый день видосы для вас стараюсь снимать. Поэтому давайте набираем сразу 2000 лайков, и я выпускаю тут же видос со льдом. В любое время, в любой день. Главное, набирайте 2000 лайков, а лучше 5000, и тогда будут еще чаще видосы со льдом. Буду стараться для вас снимать, именно пока погодка еще нормальная, буду стараться снимать. Так что набираем 2000 лайков, а лучше 5, и сразу выпускаю кучу видео со льдом. Что ж, смотрите, здесь 4 видео, они тоже клевые, может быть, вы их еще не видели. С вами был ТНТ Фокс, всем спасибо за просмотр, до новых встреч, а также не забывайте нажимать на колокольчик, тогда будете в курсе всех событий. Пока-пока!